приходишь, стесняешься там. Ну и чеки вот только выкидывают с ресторанов. Ну и узнаешь по этим чекам, вот кто как там питается. Кто богатый, кто бедный. Вот чеки раз, я говорю. Вот я говорю, наберу эти чеков. Набрал полную кучу чеков. Мне интересно. И читаю, кто, какое блюдо там заказывал. Все. И читаю там, какая там Вера или там Галя, ресторан. Там, они же как подносят там все. Да короче, по этим чекам я полностью могу даже изучить человека полностью, как кто он такой, богатый, хулиган или кто-то, бедный или какой. По этим чекам можно полностью все изучать, все. Любого человека, все. И весь этот ресторан полностью по этим чекам можно изучить. Кто там, кто работает, все. И я вот так интересно. Ну, самый чек где-то мне попался на 200 рублей, думаю, что я заказывал. А самое большое там, ой, там вообще суммы, 150 тысяч, 50, очень большие суммы. Да, видать, коллективные, да, заявки, да, что-то, да, ну, большие суммы. А есть вообще там что-то из 10 или сколько-то там, или из 5, там, компания просто заходит. Большие суммы тоже до 50 доходит и до хера там. Ну, короче, богат. А если один на 5 тысяч, на 10 тысяч проживет. Там, короче, как делает? Человек, когда пьяненький он. Ага. Он шедрый и им расплачивается. Ага. Они ждут эти. У них как? Кто там в ресторане находит, вот, когда человек же пьяный, он всегда шедрит, раз кидает деньги, а налево,